пошла, пошла. А вот теперь больше не идет. То есть оно пополняет там впритык, когда уже. Так, у нас появились в доступе вот эти штуки. Блин, сталь, сталь, сталь. Сталь, что нам нужно для стали? Сталь, по-моему, железо сюда нужно положить, чтобы получилась сталь. Да, сейчас будет сталь. Это, кстати, еще и проблемно немного. Так, железа совсем у меня нету. И 10 кирпичей. Блин, еще и кирпичи. А, уже исследовано, замечательно. То есть будет автоматически у нас теперь производиться что-либо. Если мы захотим, естественно. Базовая электроника. Вот, транспорт и хранение жидкости. Это тоже забавно, на самом... Перегонный насос, кстати, есть. Электродвигатель. Но 75, это многовато. Настраиваемый манипулятор. Может сортировать предметы. Да, это крутая штука, кстати, и дешево так стоит. Блин. Это действительно круто. Но мы... Нам нужны уже эти штуки. Так. Что же мы будем здесь производить, я даже не знаю. Конвейеры еще нужны нам. Да и много чего еще. Так, вот это вот. 15 стали, значит, нам нужно. Ну, блин, 15 это долго. Нужно как-то все это улучшать. Больше железа, значит, нужно, или я даже не знаю. Больше печек. Ну, больше печек, это вполне себе логично. Так, больше печек. Раз, два. Еще две печки, замечательно. Манипуляторы. На манипуляторы тоже нужна железка наша. То есть не все так просто. Ставим сюда это. Сюда ставим. Раз и два. Раз и два. И теперь сюда, допустим, мы ложим кучу железа. И там будем его получать потом. Так, а вообще железо сюда надо на конвейеры подвести спокойненько. Да уж, еще загрязнение. Я даже немного расстраиваюсь после всего этого. Так, так. Нужно больше бутылочек. 9, нужно 15, блин, чуваки, 15 нужно, чуваки, давайте не, фигню не страдайте. Зато здесь с углем нормально пока что, на конвейере его дофигища просто, хранится. Это обеспечивает инерционность нашей промышленной системы. То есть, если разрушат кусаки
что-нибудь где-нибудь, то, ну, не что-нибудь где-нибудь, а где-нибудь здесь, например, этот добытчик разрушат они, то еще некоторое время здесь уголь будет на конвейере. Это инерционность. Мы сможем новый построить добытчик угля, пока кусаки там занимаются этим. Займемся этим. Так, 12. Блин, сталь очень медленно делается. Нужно вообще идти в более крутые печки, ну зараза. А что нам нужно для производства шестеренки, да? Шестеренки и медный... Стоп. А, всего сырья. Две медные плиты и... В общем, шестерни. Нужно производить шестеренки. Берем, значит... Ну, пока что я даже не знаю, что мне делать. Вот так вот давайте. Будем автоматически, в общем-то, базы строить. Автопроизводчики. 90 киловатт. Блин, нет, стальную кирку я не буду делать, спасибо. У меня стали и так мало. Зачем мне ваша стальная кирка? Вот, только 15 накопилось. Сейчас будет у меня нефтушка. Нефтью сырой топить особо нельзя, поэтому беда, в общем, у нас. У нас очень большая беда. Так, раз-два. Неужели у меня будет наконец-то добывалка нефти? Интересно, для нее ж нужна тоже энергия. Нужно произвести столбиков. Несколько. Вообще нефти здесь очень много. Вот так, бабах. И тут надо действительно питание подключить. Что меня не радует совсем. Так. Также нужны вот эти вот штуки. На всякий случай. Вдруг третий начнет активироваться. Так, берем, делаем это. Раз, два. Раз, два. Так, так, так. Два, два, два. Обожаю это все. Обожаю эти слова. Раз, два, раз, два. Мои любимые слова. Так, раз и два. Ты у нас будешь производить шестеренки. Но для шестеренок нужно сырье. Берем его отсюда. Производятся отлично. Немножко экономим себе время. Кстати, а чё эта каменная кладка не исследуется? А, ну да. Все ясно с тобой, каменная кладка. Стоп, ты чё, здесь уже стреляешь в кого-то? Нет, вроде никто не нападал пока что. Так, что нам еще нужно? Нам нужно химзавод. Или нефтеперерабатывающий завод. Это значит 40 железных плит. Чего-то там еще нам нужно. В общем, много всякого говна нужно. Давайте сразу закажем. Это самое говно. Ранний переход на нефтяное топливо у нас тут происходит.
Я бы не сказал, что это плохо. Хотя, в принципе, пожалуй, даже легче было бы больше угля просто найти где-нибудь и все. Давайте все заполним под завязку здесь. И здесь. О, замечательно. Теперь что мы будем исследовать? Хранилище. Или вот эту вот штуку. Конечно же, лучше вот эту штуку, блин. Или вот эту даже. Вот это легче всего, пожалуй. Так. Так, а сюда нужно вот это вот все засунуть, пусть будет. Стоп. Где тут мои плитки? А, еще одна печка, и здесь мы будем пережаривать. Чего мы будем пережаривать? Будем пережаривать кирпичи. Кирпичи, кирпичи. Так, как тут? Эфом. Да, эфом. Пособираем уголька. Пригодится, думаю. Так. Уголек сюда давай. Кирпичи нам тоже пригодятся, несомненно. Так, как раз 15. Смотрим, когда мы сможем... Да, 10 кирпичей надо нам. 3, 4... Кстати, а так мы вообще что из них крафтить можем-то? 4 на 5. 4 кирпича на 5 стенок, что ли? Ну, посмотрим в будущем. И у нас, да, у нас доступно. Замечательно. И химзавод. Что он производит вообще? Химзавод, по-моему, кислоту какую-то производит. И потом можно этой кислотой упарываться. Нажраться ее и все. Или серную, или соляную, не помню. Так, 18 шестеренок. Это замечательно, что здесь аж 18 шестеренок производится. Но мне бы хотелось побольше железа. Реально, железа нужно гораздо больше. А для этого нужно наконец-то перестать маяться фигней какой-то. Ой. Какой-то... Ой. Так. Нефть. Так, мы это ставим сюда. Два. Три. Угу. Замечательно. Так, что у нас за переработка? Продукция. Три этого, три этого и этого сколько-то там. Но где мне... А, по-моему, в химзаводе как раз все это будет перерабатываться дальше. Но, блин, нужно куда-то остальное складировать. То есть мне нужно еще куча всего сделать. Ой, куча всего нужно. Там-то уже с углем проблемы. В общем, во-первых, нам нужна куча конвейеров.
Берем раз, берем два, берем три. Да-да-да, что за фигня тут, ерунда какая-то. Потому что у нас будут теряться, то есть оно-то будет производить, но у нас нету цистерн, в которой можно то, что мы не будем потреблять, сразу же отправлять. Легче, наверное, отвоевать даже угольную страну, так скажем. Протянуть аж туда куда-то конвейер, вот сюда, и там уголь копать. Гораздо легче, чем все это здесь делать. Давай, производи шестеренки, давай. Логистика. Стоп, на логистику у нас есть что-то такое интересное. У нас есть куча бутылочек на логистику. Блин, так тут же производятся. Чуваки. Ну, сокращаем. Сокращаем, конечно, мы. Время производства. Немножечко. Во всяком случае, у нас не будет тратиться топливо впустую. Ни в коем случае. Так, 5. Обожаю музыку такую. Нет, ну нефть это, конечно... Вообще, в будущем нефть будет все равно нужна. Потому что есть такая штука, как нефтехимия. Это реально так. Вот есть такая штука, как нефтехимия, и все. Так, вот так вот проведем, потом, ну вы поняли, что будет после того, как мы все проведем куда нужно. Так, 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 и теперь вот это вот так. И сюда ведем, 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 ведем. Подальше. Все. Еще и хватило, нифига ж себе. А, ну тогда, тогда непременно мы что-нибудь здесь возьмем. Давайте тогда просто уберем вот это вот все говно. И вот так. Замечательно. Но логистика решит проблему, ну, в общем, некоторые проблемы, о которых вы, наверное, сейчас и не подозреваете. Но они есть, и логистика их решит. Так, что нам еще нужно? Нам нужны печки. Много печек. Все печки возьмем, которые есть на данный момент. А как так? Видите, только один работает. А, тут... Нет, все работает. Ну чё оно так слабо? А, вот это ж не работает штука. Ну, бери. Так, так, так. Берем это. Берем это. О, уже доходят. Молодцы.
Так, ставим вот так. Замечательно. И вот здесь вот так вот берем, делаем. Так, раз. И нужно еще кучу этих штук. 10 штук. Этих штук. Разумеется. Так, и теперь, пожалуй, мы вот так вот сделаем. Так. Вот так вот можно встать возле конвейера и собирать все, что тут идет. Сколько там? Пара стаков? Да вы издеваетесь. Я лучше тогда пробегусь вот так. Вот это проблема. Вместительность у конвейера маленькая. Хотя вот видите, здесь уже. То есть он даже и не заполнился до конца. За все это время. Ну да, ну на уголь полагаться я не думаю, что это хорошая идея. Все-таки уголь он предает. Он жесток. Жесток наш уголь и опасен. А ну-ка. Во. Смотрите, как идет. И теперь вот сюда. В общем, это будет наш великий... Даже не знаю кто. Великий плавильный аппарат. Ну, это замечательно, конечно, что ты именно сейчас решил это сделать. Но мы начнем вот это исследование. Резервуары, разумеется, нам нужны. Пустая бочка, залитая нефтью бочка, все такое. Переносимые манипуляторами грузы. Блин, ну на старых печках сидеть это, конечно, хреново, но у меня уголь не бесконечный, поэтому придется сидеть на старых печках. Так, 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 так. И теперь с другой стороны. Так, 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 так. Ой. Что, не хватает? Нифига себе. Вот это да, вот это да. Вот это будет энергии потребляться. Прямо потреблятство какое-то получается. Блин. Во. Замечательно, запитали. Теперь нам нужно положить сюда побольше угля. И здесь дальше будет еще что-то. Еще парочка печек, которые будут делать из этого что-то другое. Раз, два,
3, 4, 5. И здесь будет стоять вот эта вот шняга. Нет. Вот здесь, наверное. И тогда нужен еще один манипулятор. О, смотрите сколько. Так, 2, 3. Замечательно. Правда, вот так неподходящее. Вот так вот надо ставить. И теперь здесь вот так будет. Раз. И... Блин. Беда, 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 беда. Ну ладно. Две можно потратить. Можно было просто печки разнести на одну клетку. Ну ладно. Я лучше больше столбов потрачу. Чем переделывать все. Вот так вот. Полуавтоматическая фабрика стали. Фух. Блин. Правда, ее придется полностью переделывать. В случае, если я захочу. А также вот эту вот штуку сейчас переделаем. Вот сюда ее ставим. Вот это поворачиваем в другую сторону. И сейчас увидите, что будет. И будем производить здесь то, что нам надобно. Что тебе надобно, старче? И здесь мы производим, естественно, шестеренки. Видите как? Видите, а? А? Конвейеры, может, сразу производить начнем. А что, это идея? Кстати, это очень неплохая идея производить конвейеры сразу. Стоп! У нас же появилась вот эта штука. Эта штука очень хороша. Кстати, уголь-то может закончиться скоро. Меня это очень даже беспокоит. Поэтому я сделаю вот так вот. Здесь у нас будет типа расчленитель. Так. И вот здесь он будет делать вот так вот. Раз. И то есть, получается, на два конвейера идет. И вот этот весь конвейер будет с двух сторон заполненным. Это прикольно, я считаю. Так, стоп. А с этой стороны, кстати, можно будет вот так вот обвести. Ладно, ладно, ладно. Нужно будет еще медь подвести к себе. Здесь то же самое надо сделать, чтобы железо аккумулировалось. Аккумулировалось, если правильнее говорить. Вот так.